боксах. И Данстар скачки. Кучный прием. Вперед выходит Византия Терск. Ее захватывает Велина Терск. Велина Терск, Византия Терск. Далее Верба Терск и Астра Терск. По противоположной прямой впереди Велина Терск. На втором месте Византия Терск. Астра Терск и Верба Терск замыкают. У отметки 1000 метров лидирует Велина Терск. Византия Терск тут же второй. Астра и Верба Терск тут же. 400 метров пройдено за 29,9 секунды. Впереди Велина Терск, Византия Терск второй. Астра Терск и Верба Терск подъезжают к первой двойке лидеров. Вперед выходит полевой стороной Византия Терск. Тут же Велина Терск. И накатывают Астра Терск и Верба Терск. И выход на финишную прямую. На финишную прямую компанию выводит Византия Терск. Велина Терск по бровке не сдается. 500 метров пройдено за 35,9 секунды. Полевой стороной вперед выходит Верба Терск. Верба Терск возглавила скачку. Велина Терск удержала натиск Византии и держится второй. Кубок заводчиков лошадей арабской породы выигрывает четвертый номер Верба Терск. Второй финиширует Велина Терск, на третьем месте Византия Терск и Астра Терск замыкает.